Это очень похоже на одну из сюжетных линий популярного фильма «Матрица», только место действия – Россия, Самара, парк имени Гагарина. За танцем беспилотников следят сотни горожан. Одни предпочитают снимать послушные дроны с земли, другие утверждают, что видео получается лучше с колеса обозрения. Сложные геометрические фигуры, буквы, рисунки, новогодние шары – это малое, на что способны квадрокоптеры. За каждым танцем дронов сложная и кропотливая техническая работа. Танец рисуется заранее, затем мы выезжаем в поле и, соответственно, его тренируемся. Летаем, ищем какие-то ошибки. Бывают и столкновения дронов, к сожалению, этого не избежать. Поэтому что-то меняем в танце, проверяем. Для того, чтобы запустить подобную альтернативу фейерверку, воздушное пространство над парком пришлось закрыть аж на 4 часа. Танец не только синхронизировали с музыкой, за движение каждой машины, а в небо их запустили 60, отвечала техническая служба. К примеру, один такой дрон производит 27 ватт света, собирается вручную, и по утверждению организаторов беспилотник с подобными характеристиками невозможно приобрести ни в одном магазине. Парк Гагарина для танцев дронов выбрали не случайно. Во-первых, знаковое место для горожан, а во-вторых, безопасность на стадионе соблюсти проще. Забор, расположенный по периметру, ограничивает беспрепятственный доступ людей на площадку, но в то же время дарит самарцам положительные эмоции и хорошее настроение. Определенные там экономические и эпидемиологические ситуации, которые происходят не только в Самаре, но и во всем мире, ну, немножко так сгущают краски. А каждое такое выступление является каким-то ярким всплеском, салютом для людей. Первый похожий запуск беспилотников в небо состоялся в День города в прошлом году. 40 дронов тогда исполнили 3 танца. В этом году количество машин увеличили до 60. Следующее шоу организаторы планируют показать перед открытием нового весенне-летнего сезона. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.